Всех приветствую на канале Фалеристика СССР. Приехали листы. Распаковочка посылочки есть на канале. Только что закинул. Приехали походу, ну даже по запаху чуть что воняет такой резиной китайской. Ну мне они на ощупь сразу чувствуется, что они фиговые, некачественные. Заказывал я на Виолите. А заказывал почему? Потому что я себе взял листок. Вот Польша производитель. Это я заходил. Вот клеймо. То есть зашел, посмотрел такое клеймо. Ну то есть тут сразу я взял лист. И то есть по качеству я хорошее на ощупь. Ну, то есть качество чувствуется листа. То есть и я зашел такой, смотрю на сайте, есть по такой самой цене, как я этот покупал, 25 гривен за лист. Я зашел, купил 16 штук. Думаю, все, не надо никуда ехать, приедет на почту. Думаю, все будет зашибись. Но тут сразу распаковываю и сразу такое, как видите, отличие. То, что скажете, клейма там нету. Но оно по качеству сразу. Сразу чувствуется по качеству, в принципе. И такой запах резины, такой китайской, знаете, там. Не знаю, как вам передать, через камеру не передать. Вот это решил взять один листочек. Монеты пока не буду вставлять, потому что написал сейчас, не знаю, ну, вертать буду. Ну, мне не хочется такие. Я не знаю, ну, я уверен, что они недолго продержатся. Этот пластмасса такая. Решил все-таки, ну, попробовать вставить. У меня тут есть медали НБУшевские. С десяток. Сейчас вставим. Посмотрим, как оно поведет себя. Резина эта. Не знаю, но мне как-то не очень зашло. Когда покупаешь, вот, например, знаете, я когда в этот вставлял, там, ну, оно чувствуется, что приятно тянется, то есть, что качественно. То есть, почему и брал листок этот. Как видите, ну, вставил, все. Нормально, ничего не порвано, понятно, что. Этот, сейчас попробуем сюда, как оно будет. Давайте сначала вверх двоечки. Я здесь. Так, что у нас здесь идет? 2018 год. Потом непонятно какая. Давай. С 2018 начнем. Я сейчас не удивлюсь. Так вот и покупай. Ну, чувствуется, что такой дешевый дешманчик. Двоечка залазит. Так оно все выглядит. Почему выбрал листы, а не планшеты? Ну, по стоимости эти дешевые. 25 гривен, 12 штучек лист, ячеек. И то есть тебе видно с двух сторон. То есть перегорнул, в папку поставил, перегорнул. И тебе видно с двух сторон. И что мне эти листы понравились, то что можно... Так, 2021, 2017,
17 тоже и 19. Сейчас такой размерчик попробуем, что оно. Еще я ее ищу 2022 года. Так, 2017. Еще такой зашел на сайт производителя, который набитый. Ах, тугаенько. Она уже, наверное, растянулась, так что нормально будет. Ну, сейчас посмотрим. Да, уже так подрастянуло, то есть нормально вот достается спокойно. Ну, блин, ну это все-таки как-то покачественно себя чувствует. Я даже когда их вставлял в новую, оно как-то, ну, растягивалось, то есть спокойно, без каких-то либо. Ставлю, пускай полежит пару дней, пока решим вопрос. Но у меня все-таки такое чувство, что
Я бы их вернул назад человеку. То Так. Посмотрим, что напишет продавец. Блин, ну как-то и не хочется. И с человеком ссорится. Я просто не уверен в качестве этого листа. Особо если их так не листать, может на пару лет и хватит растянуть. Мы посмотрим, что мне напишут. Поищу еще именно вот такие листы, поскольку стоят. Без клейма. Такие листочки. Посмотрим, поскольку. Ну, цена и гривен 10-15. По качеству чувствуется. Ну, там посмотрим. Может, на днях запишу видео, как если ничего не решу другого. Вставлю все монеты. В папочку сделаю, и будет уже поинтереснее. Посмотрим. Решу. У меня где-то 145 монет надо вместить. Есть еще в буклетах, вот таких буклетах, не знаю, отсюда вытягивать. Но, наверное, все-таки буду вытягивать, если погодовку делать. Именно года подряд. Хотел так, то буду с буклета вытягивать, конечно. То есть нету смысла уже в буклетах покупать, потому что в буклетах разница есть и 50 гривен, и 80 гривен. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Посмотрим, что будет. Поэкспериментирую с ним. Посмотрю, что мне напишут. Ну, сразу говорю. Качество дерьмо. Ну, на ощупь. Честно.
То есть, если вы берете этот, уже чувствуется, что... Зайду еще в YouTube, посмотрю обзорчики, может где-то найду. Но такие листы, ну, тут чувствуется. То есть резиновая, а тут... И запах такой листов сразу именно. Резиной такой именно шнех. Аж воняет прям, поняли? Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал.